Три пятерки уже Субару пошел к вам, знаете? Так точно. Забывчивый хозяин оставил в духовке готовиться ужин и ушел на работу. От возгорания квартиру спасли соседи, вызвали спецслужбы. Двери пришлось скрывать бензорезом. В 10:38 поступил вызов, позвонили соседи, говорят, что у них на площадке очень резкий запах гари и задымление идет. На стук, звонки, двери никто, то есть, не открывали, дверь вскрыли. И обеспечили доступ просто газовой службе. Хозяина в квартире не оказалось, как, к счастью, и пострадавших. У северодвинца арестовали кредитный внедорожник, который он прятал в Архангельске. Мужчина купил Land Rover Discovery в кредит, но расплачиваться с банком не захотел. В беседе с судебным приставом должник пояснил, внедорожник находится в одной из автомастерских в Москве, но назвать точный адрес не может. В ходе проведения поисковых мероприятий автотранспортное средство обнаружили в Архангельске. При взаимодействии с сотрудниками безопасности банка в присутствии понятых автомобиль арестовали и передали представителям банка. Три пятерки уже Субару пошел к вам, знаете? Так точно.